Сегодня в 12 часу утра в нижнем городе трудовой доблести Тагиле на тамошнем металлургическом промгиганте Евраз НТМК, а конкретно в его цехе номер 6, из трубы вырвался горячий газ с последующим пожаром, который убил газовщика и еще трех работников опалил. На самом комбинате официально причину газового выхода наружу объяснили так, цитирую. Во время настройки оборудования газораспределительной станции доменной печи произошел выход горячего газа. В результате газовщик получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще три сотрудника госпитализированы с ожогами. На комбинате создана комиссия для расследования происшествия. Комбинат окажет необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования родным и близким погибшего. Конец цитаты. Днем 10 сентября 2024 года на территории одного из промышленных предприятий города Нижнего Тагила ввиду нарушения правил охраны труда на производстве произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате чего пострадали несколько работников, один из которых от полученных травм скончался. Погибшим газовщиком, попавшим под струю горячего газа и принявшего лютую погибель, оказался 44-летний Алексей Кленин. Без папки остались двое его малых детей – 7-летний сынулька-роднулька и 3-летняя дочка. Пострадавшими в этом газовом ЧП оказались 59-летний мастер участка, 57-летний газовщик и 44-летний слесарь. Всех опаленных газом работников на каретах доставили в Демидовскую горбольницу с ожогами 8-9% эпителия в состоянии средней тяжести. К ним срочно отправили реанимационную бригаду территориального центра медицины катастроф и вертолетом доставили анестезиолога и даже комбустиолога вышеназванного ТЦМК. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, обожженных мужчин должны были перебросить на геликоптере в Стольный-Бург в ожоговый центр при 40-й горбольнице. Наша опорная область является во многом металлургической. Евраз НТМК – это один из флагманов уральской металлургии, который по праву гордится своими новыми домнами. Вот помнится, несколько лет назад запустили современные доменные печи номер 6 и номер 7. Сегодня утром рабочие подводили к домне газ, и что-то пошло не так. Нет в этом криминала. Скорее всего, сами что-то не учли, и газ вырвался из газопровода и воспылал. Газовщик, можно сказать, буквально сгорел на работе, на ровном месте. Хотя, может ли быть хоть одно ровное место там, где льют жидкий металл? Там даже терминаторы ходят с опаской. Что уж говорить о людях. Богатыри. К сожалению, иногда они опаляются и даже гибнут. Кто за это ответит, пока вопрос к следствию. По данному факту следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время для установления всех обстоятельств следователем СКР осуществляется осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу свидетелей и требуется необходимая документация, в том числе касающаяся соблюдения требований охраны труда на данном предприятии. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного управления СК России по Свердловской области.